Всем привет! Продолжаем тему аспектов Марса в 2020 году. И теперь поговорим о квадрате Марс-Плутон и вообще об аспектах между этими двумя планетами. Эта тема довольно такая жесткая, и, наверное, не каждому будет интересно, потому что большинство людей, смотрящих такие видео, это прежде всего женщины, и им вот эти жесткие энергии не очень, скажем так, близки. И вообще, честно говоря, мало кто занимается их проработкой. Но они есть, и они очень важны в этом году, об этом, поэтому стоит об этом говорить, и стоит попробовать их проработать, чтобы улучшить свою жизнь. Идем, значит. Я покажу на примере, снова ты всегда проще на каком-то историческом примере. Ну, например, соединение Марс-Плутон есть у такого, скажем так, русского героя, как Недорубов Константин. Этот человек отличился тем, что участвовал в Первой мировой войне активно, потом в гражданской на стороне белых, потом в гражданской на стороне красных, потом Великую Отечественную войну, будучи уже по меркам того времени пенсионером, он сколотил боевой отряд и не просто участвовал, а блистательно участвовал. Он со своим сыном в станицу Кущевской вел бой, и они вдвоем уничтожили 70 фашистов, понимаете? То есть за это ему ставили памятники, его там чествовали и так далее. Невероятно активная жизнь, и Марс у него непростой, он стоит на королевском градусе, близнецовском, это, и в то время это Альдебаран, но он просто воин от Бога был, если честно. Вот, это вот такой яркий пример, как работает Марс и Плутон, да, это энергия работы в надрыве. Нет ничего более надрывного, чем война, да, вопросы жизни и смерти. Вот она тут легко проигрывается. Но в современном, особенно мире и на бытовом уровне, это энергию, которую очень сложно применить, да, и от этого она очень такая разрушительная. Но фактически из всех возможных комбинаций, наверное, самая разрушительная по своей энергии. Как это может быть? Ну, снова-таки, бои шли в Кущевской, и потом у Кущевской поставили памятник. Но в современном мире станица Кущевская вошла в историю тем, что там была бойня, мафия там уничтожила, не помню, 12 человек, что ли. Потом началось громкое расследование, выяснилось, что там меньше местная, скажем так, атаманша, мафиозница держала весь этот там округ и так далее. Почему? Потому что вот этого места, у него, видимо, такая мощная энергетика, там рядом и военная база и так далее. То есть там прям чувствуется, что вот Марс-Плутон — это вот тема мафии, спецслужб, террористических организаций. И, соответственно, в районе там 13 августа, когда будет точный аспект, там 9 октября и 20 декабря, возможно, активизация какого-то подполья. Или наоборот, активизация спецслужб, возможно, и того, да, мафиозных каких-то структур и так далее. То есть, или просто военных. Соответственно, это очень такое напряженное время. Плюс это снова такие возможности всяких взрывов, пожаров, техногенных катастроф. Тут надо тоже это понимать. Поэтому в это, особенно вот получается с 13 по 16 августа, очень жесткие периоды. Вот желательно воздержаться от любых поездок, от серьезных переговоров и так далее, потому что, ну, такая невероятно жесткая аспектация происходит. Там только хорошо будет творчеством заниматься. Всем остальным лучше отложить. Так вот, да. Это очень жесткие энергии. Как их проработать? Ну, самый такой простой пример — это что-то сломать. Вот я, например, у меня есть площадка, где я стреляю, там по тем же шарикам, там они взрываются, да. Или там зачищаю эту площадку там разными вещами, или там занимаюсь метанитором. Мне легко проиграть эту энергию. И вообще, вот эта энергия Марс-Плутон, она мне сейчас хорошо знакома, потому что она больше года, этот транзит у меня идет, сказать, уже второй год. Я живу вот в этом режиме, это очень мощное энергическое время, то есть когда человек может делать. Но желательно при этом делать, чтобы был элемент какого-то разрушения. То есть это не чисто созидательный момент там Творца, а вот сначала надо что-то почистить и только потом на этом возводить, грубо говоря. Поэтому если в этот период не просто что-то вы выкинете, а сожгете, разломаете, там, нарубите бабушки дрова, потом там снесете ей сарай, там построить новый. Это будет хорошая тема для вот этих энергий. Еще
Этот аспект встречается не только у военных, но из моей практики он очень часто встречается у медиков. Я бы сказал, фактически поголовно, по крайней мере, по той базе, которая у меня есть, там есть все, там есть акушеры, рентгенологи, психиатры, психбольницы, директоры медцентров и так далее. Там прям вообще широкий спектр. Мышцы — это тоже надрывная энергия, понимаете? То есть, чтобы удалить опухоль, ее надо прям вырезать, да? Чтобы вставить кость, там надо жесточко поднажать болезненно. Или рентген — это вообще тема плутона и урана, вот, и так далее. Поэтому в это время очень будет хорошо сходить на какие-то медобследования, особенно если они связаны, да, с рентгенологами, да. Ну, у меня по чистой случайности получилось, что меня пригласили на бесплатное тестирование МРТ. Вот пойду проверюсь как раз примерно в эти даты. Отлично. То есть, вот пример, как это можно прорабатывать. Ну, также очень, да, я сказал, это будет важно абсолютно для всех. Соединение Марс-Плутон или вообще его любой аспект, квадрат, оппозиция, ненавидит жалость к себе. Ни в коем случае в эти периоды не начинайте ныть, что у вас все плохо, нехорошо, вы устали и так далее. Вы прям сразу получите сверху. Только вперед, только, скажем так, с победным настроем. Вот тогда все будет окей. Это очень важная тема. Вот так вот. Надеюсь, мое видео было полезно и интересно для вас. Подписывайтесь. Всем счастливо. Окоп. Сотни жизней.